Шалом! Рад приветствовать вас на платформе Ваикра. Меня зовут Ицхак Пентусевич. Я хочу вам рассказать о своей мечте. Мы создали платформу для того, чтобы собрать в одном месте все полезные и нужные материалы для тех, кто хочет приближаться к Богу, изучать Тору и делать это ярко и весело. Есть на платформе Ваикра место для каждого раввина, эксперта, человека, который действительно хочет от всего сердца передавать Тору и приближать к Торе евреев, для того, чтобы евреи служили Богу. Итак, значит, есть 5 разделов. Первый раздел называется «Учись». Здесь мы будем давать материалы, как понять Тору. Формат во всех разделах, он одинаковый. Мы используем формат «Статья максимум 2000 знаков». Это одна страничка текста, которую можно прочитать максимум за 15 минут. И видео. Видео до 18 минут. Никаких длинных видео. 18 минут – хай, жизнь. В каждом видео или в каждой статье должна быть раскрыта всего лишь одна тема, чтобы ее можно было потом обсудить, понять и сделать. Значит, есть 5 разделов на платформе Ваикра. Первый раздел называется «Учись». Там мы будем давать возможность объяснять какие-то места в Торе, какие-то тексты, объяснять, почему, как оно все работает, как работает этот мир. Бог же объяснил, мы тоже хотим понять. Второй раздел называется «Делай, действуй, как выполнять заповеди Бога». Бог сказал «Делай». Народ Израиля сказал «Наасе ванишма», сделаем, потом разберемся. Значит, мы хотим знать, как делать. Одна статья, одна заповедь. Одно видео, одна заповедь. Что делать, как делать. Это раздел «Действуй по Торе», да? «Делай заповеди». Третий раздел называется «Молись». Молись, как вообще прославлять Бога, как у Него просить, как с Ним коммуницировать, с Богом. Это отдельнейшая тема. И значит, мы ждем от раввинов, от экспертов, ждем материалы, как молиться, как правильно прославлять Бога в разделе «Молись». Четвертый раздел называется «Люби». Люби. Семья – это основа вообще служения Богу. Значит, возлюби ближнего как себя. Как его возлюбить? Вот объясните нам, пожалуйста. Это будет в разделе «Люби». Как возлюбить ближнего, как возлюбить ближнюю, как возлюбить детей. То есть все, что связано с любовью, значит, мы хотим собрать на этом в этом разделе все, что связано с любовью к семье, к детям, к Богу. И последний, 5 раздел называется «Живи», «Живи по Торе», «Жизнь по Торе». Это музыка, связанная с Торой, это разные фильмы, короткие отрывки из фильмов, это, естественно, что «Жизнь по Торе» – это еда по Торе. И это всякие рецепты, все, что касается еды кошерной, вкусной и так далее, все, что касается жизни по Торе. Значит, каждый эксперт, каждый раввин, каждый человек, у которого есть проекты, которые приближают к Богу, может рассчитывать на то, что у него будет рупор, у него будет платформа, у него будет трибуна для того, чтобы найти свою аудиторию. Но, естественно, аудитория, я вас приглашаю, это для простых евреев, которые хотят найти путь к Богу, которые хотят понять, как служить Богу, как выполнить свою обязанность. Еврейский народ – это народ священников, поклялся Богу быть рабами для Бога, служить Богу, работать для Бога. Все, мы должны знать, как это делать. Этот портал – это не какая-то суперглубина, есть очень глубокие порталы. Слава Богу, есть много людей, которые хотят приближать евреев к Богу. Мы хотим помочь вот простым людям, которые еще ничего не знают, увидеть, что можно жить по Торе весело, ярко, красиво и в то же время выполнять все заповеди Бога, соблюдать всю Тору, устную Тору. То есть мы конкретно стоим на платформе ортодоксального иудаизма. Платформа Ваикра, она стоит на платформе ортодоксального иудаизма. То есть мы за единого Бога, который сотворил мир, который миром управляет. И мы хотим передать вот в простом современном формате знания, как это сделать. Значит, если ты пользователь, да, тогда читай статьи, смотри видео, делись, задавай вопросы раввину, обсуждай. Специально сделан короткий формат, чтобы каждый мог интерактивно включаться. Прочитал – обязательно. Поделись, обсуди, задай вопрос. Это обязательное условие. Теперь для раввинов будет отдельное видео, где я расскажу, как создавать эти материалы, как их ставить. Для вас будет огромная польза, потому что те раввины, которые действительно качественно, красиво, весело, вдохновляюще рассказывают про Бога, конечно, Бог им будет помогать, и в том числе через нас. То есть мы являемся инструментом для Бога, чтобы помогать тем раввинам, которые хотят служить Богу. Просто мы современный такой инструмент. Мы команда этого портала, платформы Ваикра. Это люди, которые понимают в обучении, в образовании, в современном образовании. И мы, естественно, хотим дать вам все эти ресурсы, да?
людям, чтобы они читали классные материалы, раввинам, чтобы они могли в современном формате доходить до людей. И дальше вся эта система с Божьей помощью, с поддержкой небес, она включится в Ваикра и возвал. Значит, Бог возвал, Он взывает каждому из нас и говорит: возвращайтесь к Богу, возвращайтесь. Платформа Ваикра, возвращайтесь к Богу, у вас будет все великолепно.